Всем-всем привет! Мы играем Дебил Админ или как играть с читами, уже вторая серия. И мы играем вчетвером. Я, Вента, Алсофт. Всем привет. Лендлорд. Привет. И Hello Minecraft. Всем привет. Уже известный летсплейщик. Мы его пригласили, он согласился. Дима, я тебе дюкалку сломал. Да, Hello Minecraft, у него есть свой канал. Подписывайтесь также на его канал. Смотрите видео. Так, там много чуваков, я не понимаю. Что ты сделал? Сломал. Ну, иди отсюда. Оно было сломано. Дай мне редстоун, дай мне редстоун. О, там чувак какой-то. Нет, нету редстоун. Так, вот, сейчас я зачарю себе бронь. Это кто-нибудь может мне помочь дебнуть алмазики? Алмазики вот в этом маленьком сундучке. Там их полно. А, добавь его в приват. Да, дай его все. Так. Так. Звезда Ютуба с нами играет. Да какая там звезда? 400 подписчиков, тоже неплохо. Да, у него уже 400 подписчиков. До начала. Миллион просто. Ну, шучу, конечно, миллион. Так, так, я тебя во все приват... Ой, во все сундуки добавил. А меня нет. Здесь, да? Я не во все добавил. Сейчас я тебе броньку сделаю, если вы не против. Да, делай, так. О, что там сделал с тюплоком? Ну, иди. Смотри. Да. Настал, ну, так вот мы с дюполком. Так, люди, идемте на спаун, убивайте этот нубик, а я подожди, дай мне, я сейчас оброню все зачарю. Так, я сделаю себе всё. Блин, у меня вылетело. Я сделаю. Я только гнёпал, что себе снимается. Да, снимайся. Да. Ты его пишешь? А? Я вылетело. Валик, ты пишешь? Да, я пишу. Красава. Так. Сейчас я себе опыт сработаю. Да, мне тоже надо опыт. Ну иди вниз там, дюплока. Я не узнал, у нас же в подвале дюплок. Вот, какой-то чужокожий, Валя. Я корова. Ты чужокожий. О, капец у меня из-за этого. На что левел выбрасывает, короче, у меня лагерь. Так, сейчас я музыку включу. Сейчас мне надо левела набрать. Как можно больше. Короче, тут, я так понимаю, у вас всё бесконечно, да? Так, да, ну опыт бесконечный, а так алмазики, так. Все на опыт, да? Ну, опыт, да, мне нужно опыт. Надо еще, наверное, яблочки сделать обычно золотые. Так, все, я набираю левел. Так, я уже... Так, сейчас. Так, нам также... Надо также червальню сделать еще. Блин, так неинтересно, так вот неинтересно. Эй, кто мне? Моим подписчикам сейчас... Закрывайте! Смотрите, как меня опыт летает. Да, не закрывайте эту фигню. Эй, кто за фигню? Денис, ну хватит уже, блин. Денис, это... Он и меня тут закрыл, в прошлый раз. Смешно. А, Вова, у тебя тоже канал, да, получается? Нет. Надо вообще смертный, нужно одного канала. Нет, я вообще сомнился, наверное, лично. Ой, я только что 5 слитков золота поиграл. Ну, идемте на спаун, набивайте. Подожди. Вау. Вова, у кого какой меч? У кого есть меч на заговор огня? У меня. Меч есть. Я так как матюком закрою, предупреждаю. Отребляют листья. Все начали употреблять их. Подожди, у меня броня еще не зачерпнешь. Вот что. У меня ни броня, ни меч еще не зачерпнешь. Надо... Так. Надо еще сделать, наверное, несколько раздатчиков, чтобы... Какой у меня левел 500? У меня вчера был 200, где-то так. Ну, 180. Круто набрал. Долго стоял? Да не, оно просто только бы накапливалось и зашёл бы сразу. Ой, ещё. Подписывайтесь на канал Вента. Вента.
собственно, лента. Лента, слышишь? Да, ты нафиг. Лента, надо идти от бесконечной земли урона. Да, а, мы сейчас купим, кстати, этот. Также мы будем с Денисом стримы World of Tanks, взводная игра. Возможно. Если хочешь, то ставьте лайк, подписывайтесь, пишите подписывайтесь, мы будем думать, что у нас будет нравится, что у нас будет нравится. Денис, что это, да? Так. Прекрасный день. Прекрасный день. Так, сейчас она спаунит. Да, это на спаунит. Мне надо, блин, меч какой-то у меня фиолет получился. Ну, а, сейчас... хороший, но вот у меня, блин. Он на книге, слышишь? У меня на остроту 4 меч, классно. Один на остроту 4, другой на остроту 4, отдачу 2. Это офигеть. О, 271 доллар. А как тут деньги зарабатывать было? Для мобов убивать? Ну, устройся Jobs Join Woodcutter на лесоруба. Ай, рыбать. Я один чувака, я один чувак. Короче, знаете, кто поливал? Блин, я ничего не поливал. Опыт. Вот, ты что, не зачарился? Так, вот это прикольно. Опыт это всегда оттуда. Опыт это так, как нам с этой кричалки там кричали, да? Здравствуйте, нас там сильно выжили. Хороший. Да. Так, у меня броника на неупорность 3 и шипы 2. Да, подождите. У меня то же самое, кстати, на огнеупорность 4. Мне повезло. Валик, посмотри, как Вова дюпает тут, видишь? Он саженец ставит и убирает его. Кого? Саженец? Вот Вова, видишь, он ставит саженец и убирает его сразу. А я сейчас сегодня Вова. Ну, он на втором этаже. Да, на втором этаже. Давайте я построю тройка. Так, мне еще 5 левел нужно. Мне еще надо много, 90 лет. Так, надо еще, наверное, два раздатчика поставить и даже еще 4. Чтобы вообще было бомба. Чтобы он убивал все Майнкрафт вылетел. У меня просто, когда я снимаю, через эту программу у меня бывает, что вылетает. Да, неприятно. О, ну шо, сколько у тебя денег уже? Вова вообще есть, а? Нет. А Вова занят, Сажа, работает. Сейчас я пойду построю нам. Е, вот заговор огня 2. Я не могу понять. Фак. Валик, у тебя меч есть какой-то? Алмазный, железный. Не, ну я в смысле про чары. Алмазный. Ну, алмаз нужен на гибель насекомых. 4. Железный меч на небесная кара 4. Что он делает? Небесная кара с точностью и эффективностью 4. Что делает гибель насекомых? Она типа быстрее убивает бомбу. Она бомба быстрее убивает. Бомба, да. Небесная кара там. Я не построю второй, да. Посмотрите, там куча насекомого дерева. Я пары пока что водится. У меня сейчас тупо 10 FPS бывает опускается до 3. У меня сейчас 17, 20, 15, так. Красава, у меня меч зачаренный на добычу 3. Блин, вы выключайте эту пробилку опыта. Зачем? Мне надо опыт сейчас. Мне тоже надо опыт. Ну, я да, сейчас чарюсь. Честно, ну зачем ты выключил? Ладно, сейчас включили. Потом выключайте, понял? Включи. Только потом выключайте. Так это поршнем. Поршнем. Включайте. Через верх, кстати. Круто. Не знаю, если бы я снимал на своем новом компе, у меня просто КС нормально было. Если бы КС не маленький, не знаю, здесь. О, а тут надо новый комп покупать. Ну, у меня новый комп есть, только там взяли, и телек работает. Да? Вот сейчас у меня нормально 15 FPS, но проседает на 4 иногда. У меня 30 сейчас. 30-20. У меня сейчас 3. Ну, у тебя же комп слабоват.
да. Сейчас 8. Да, очень. Ты просто с одним еще не бегал. Хотя какой там бегал, стоял, не стоял. О, к нам какой-то чел идет. Чел, я обнимался. Чел? Там без брони. А, он уже ушел, походу. Угроза, угроза. Какая угроза для нас? Для крипера, шутера. Они еще крипера не подтвердили. Что давайте. А Вова шо ушел? Вова. О, ты тут? Он занят, походу. Ой. А, алло. Да, алло. Пить яблоко чайное. А, нафига ты выключи, мне еще опыт надо. Куда включи? Не, ладно, мне опыт надо. Надо этот, кстати, Кэрри слизи покупает. Купить. Надо купить слизи, раздюпать ее, сделать дофига поршней. Сделаем выключалку вот тут. Вот не нужно, например, тут совсем. О, 99 долларов. О, вот слизи не бегает. Мне кажется, убили. Да, в чарвальне дома категорически не хватает. Гелик, у тебя это самый. У тебя тоже нодус, да, стоит? Да. У меня стоит прилитари. А, вылетай. Там кинавра классный. Шевещи. Ой-ой-ой. Я уже забил. Это лаг, потому что, блин, я записываю, у меня лагов нету. Да не знаю, почему было, наверное, из-за этого. На спавне, когда датчанки прогружаются, да. Да, на спавне там миллион людей, у меня кто-то есть кинала работает, или там, да, то есть, немного. Валика, что ты мне звонишь? Походу, Валика взлетел. А, он вылетел, походу. Может? А итак, мы продолжаем писать. Технические неполадки да, были. Всем привет. Я... О, Валик, ты здесь? О, Валик как раз только начал писать. Как раз. Я там, у меня вылет был, короче. Да. Ну, все, холодный крафт, у него выключился свет, мы приостановили видео, чтобы подождать его. И как раз да. И холодный крафтер пришел. Да. Мне интересно, мое видео сохранилось, то, что я снимал? Да, всем насрать. Так, что-то жестко начинает лагать теперь. Надо этот, урточный, наверное, пойду куплю ифритовый стержень. У меня такая проблемка. А если ифритового не продает, вроде бы. У меня такая проблемка одна, я нашел конец света прям возле спауна. Круто, да? Ты пока мне, Вова. Зачем? Ой, Вова, алло, Вента или Холмикрафт, ты пока мне. Я не могу, я сейчас не в игре. А я не могу меч сложить себе классный. Ну ты так ко мне кто-нибудь. Подожди. Ты так ко мне. Поршни есть. Так, поршни есть у кого-то? Кто ко мне такой пишет, а? Кто ко мне пишет? Без понятия. Пишите мне ТП. Вылет. Я не шо? Могу, я еще не в игре. Янта. Я не. Подожди. Я куча мечей. Я вожу, давай, Янта лучше, ты снимаешь. У тебя будет такой красивый вид. Синий экран смерти. Да? Да, смотри. Давай, я уже папе даже не писал. У меня ужасно лагает. Мне тоже, ну, из-за того, что я вот это видео складываю, ну, видео сейчас, ты не, уже только... Не знаю, Валик пришел, начал лагать. А мне Валик позвонил, у меня комп залагал полностью. А ты где? А, о, не, у меня только Валик. А, вот липкие поршни. Так. Все, я тоже начал снимать, всем снова привет, у меня случился вылет. Так. Да, вылет. Я вылетел за пределы мира. Давай, ты пока мне покажи, что так красиво. Я же ТП уже написал. Напиши еще раз. И... А слово Майнкрафта тоже напиши. Не, я не буду писать. Хоть вид офигенный.
Ну и чё, я на спавне делать буду, скажи. Ты на спавне? Да. Ты на спавне сейчас стоишь. Я не на спавне. Погодите, а как включить поршни, чтобы они пускали опыт? Редстоун поставь там. Поставь редстоун, поставь поршни. Там сзади редстоун поставил. Не, у меня нету сейчас. Повторителю. Вова. Есть поршни? Нет. А кто там? На, вот, держи. На. Один. А знаешь, что я нашел? А липкий. А что ты до половины в земле? А? Да, ты в земле ходишь. Земле. Я вообще сейчас на втором этаже. Ты на... Ну да, но у тебя пол тела в земле находится. О, сейчас нормально. Хватит меня бить. Выключай, я когда дробил, когда мы сделали. Так, музыка. Все, я, короче, выключу видео, пока не будет писаться, потому что мне жестоко лагается. Ну ладно, я надо тоже писать. Телезрителям это не понравится. Поэтому, кому надо меч, возьмите в сундуке, тут три меча, короче, начарил. Если мне проработать можно. Ланворд, ты тебя жду, ты где? Так, вот тут где-то слизь была. О, яблоки за. О! Ого, блин, 250. Одна штука, $250. Лэндлорд, ты где? Вова! Ты где? Меня все слышат, кроме тебя, что за фигня? Офигеть, нихрена. Кстати, Юлик, ты не добавил меня в приват двери. А. Воу. Шо так? Черт. Хотите прикол? Хотите прикол? Хотим тебе прикол. Ты чего копить не могу? Короче, слушайте, слизь стоит одна штука, стоит $100. А липкий поршень. Да слушай ты. А чё так дёшево? Ну, а липкий поршень стоит $50. Вообще дебилы. Юлик. Да. Я бью чувака, и он тоже ничего не делает. А ты где? Я тебе ТП. Ой, Юлик, я тебя вижу, что я за тебя. Юлик, лента А8, лента А8, я за тебя. Да. Вова, кол. Ты уже снимаешь? Нет? Снимаю, да, снимаю что. Вова, ты где? О, фак! Эй, тихо. Ой, мать! Вы где? Давайте я там пал. А, Вова, ты меня... Блин, хорошо, что меня спас. Вот это... Юлик, ты можешь меня добавить в кривой двери в этом? Да, я... Юлик, вот раз я забрал. Ой. Вот это... Может, тут какая-то территория админская, что запретили это. А, точно, может, не знаю. Хотя нет, не сможем прослушать. Ну, админская территория, может, тут админская. Я видел, как он убил на чувака на спавне. А чё он это, яблоко, чё он там горит прямо? А, ты спавн. Сейчас я хомо, если я добавлю в приват двери. Блин, я же убрал там ещё какие-то. Яблоко, ты хочу, а что ты такое делаешь? Я валика любил, уже добавил. Так, а в дверь? Не собираешь? Так, поршень надо липкий. Вова, у тебя денег сколько? Вова, денег сколько у тебя? Смотри. 270. Скинь мне там $50. Блин, посмотри, там поршень. И зачем? Ну, короче, Вова, ты сделал, как это 10. Блин, чуть не упал. Валик, а как ты там засел? Твою мать! Ты дебил! Сволочь! А кто там сделал тут булыжник? Нафига? Я случайно там постоянно. Я пока падал. Это булыжник. Я выжил. Я тоже выжил. Я сажаю саженцы, сбиваю их и бегаю. А ты на работу устроился в вудкатер? Да. Ну они со временем зачислят деньги. Вова, скинь мне $50. О, да ты, блядь, ебил, ну. Там валик, я тебе скинул $50. А, о, спасибо. Сейчас я на спаун быстренько сбегаю. Так, не натыкайся. Я залагал. Да пофиг нам мат. Да нет, я не сам давался. Наушники одень. Нет, так. А, ладно. Так, о, я зомби вижу. О, привет! Да, привет. Ты здесь, ну, один. Привет! Чего горит? Потому что Вова кто-то бил. Кстати, что за фигня? Почему Вова меня не слышит, а остальные меня слышат? Блин, чисто реально плохо слышит. Да блин, все меня хорошо слышат, а ты нет. Так, мне надо поршень сделать. Я тебя убью. Ой, ярчах. Если вы меня трогаете, я тебя убью. Так, все, хватит драться. Вот.
Во. Меня тут палка бьёт, что-то. Так все, хватит драться уже, блин. Я подожди, куда же меня убьёт? Ты сейчас с обоих... Нет. Кто кого убил? Что твоя вещь не убьёт? Эл. Нас убьют, давай, давай. Где? Я телефон. Где? Так, бросай. А ты где? Ну я подберу. Ты где? Я здесь. Где? Здесь. А чё дюполка... Блин, кто дюполку выключил, а? Я потому что мне лагает. Нафига ты редстоун факелы убрал? А ну поставил, убрал. Я не трогаю редстоун факелы. А чё они делись тут? Вот, я убрал это. Так, ничего не трогайте, дюполку никто не трогает. Всё, поставил. Факел? Это не весь. Всё, хватит драться. А что ты меня бьёшь? Чё ты факелы не поставил? Ой, здесь, да, дай мне весь. А что сюда, смотри. Так, бежим кирка. Это... Давай чувака какой-нибудь, ты точно не замочим. Вот это, выключается дюполка, вот, смотрите. Рычаг дюполка. А, я знаю, дюполка. Воу, я... у меня был, пока я наверху был 28-й, я сюда спустился. Да, она же там накапливается. Вот кто тут... Все, видишь, я так сделал. Можно было, конечно, его сбоку поставить. А оттуда оно включаться будет, я же ставил, оно само включается и все. А это что? А что за твой редстоун факел оставил? Тут Денис поставил, не отдал мне. Я так и не заметил. Фак. Я поставил, потому что... Так, смотрите. Я тут пятого сюда чувака, еще друга скинул, пока мне будет. Подожди, я еще не поставил. Так, ой, сейчас. Надо проверить, кто на игре в игре есть мама. А? Какая команда там проверяет, какие видео на? Вроде лист, да, лист. Вот 67-150 плееров и там вот админа, ага, два и... чувака, два админа красит. Давай кому-то кол напишем и все. Ну да. Ну там алмазник, да? Ну и ж, а мы же не алмазники. У вас есть радары? Да. А как включить его? Я тоже есть. Так ты ж включил его вроде. Так, я какого-то Тэмура. А я... Кол к нему пишешь? Так, стоп. Яблоки, стоп, яблоки похавать. Вообще нам еды надо прикупить где-то. Ну что, давай, кол. Ой, ТП. Да, это вот ТП. Валик, тебе дюполку включить? Я подниму ТП нахуй. Да, включить? Да. Все. Тут она наверху рычал. Сейчас. О, вот иди сейчас. Не спал. Ладно, я кому какую-то... Не знаю вообще. Гарик. Все, можешь выключать дюпов. Рычаг, вот видишь, этот рычаг классный. Такой, ага. Надо еще, наверное, поставить этих диспенсеров немножко. Конечно, Вова правильно сказал, сбоку нельзя было поставить. О, сейчас давай сварим зелье этого. А, давай, я сейчас... Давай, купи там с этот... Я купил уже варочную стойку. И бородавку, бородавку купи обязательно. А вы разбираете зелье? Ну да. Красава. Ну мы сейчас дюпнем зелье урона. О, мне две кофе. Так, что там для урона надо? Глаза получи. Там дальше не помню. Сейчас я открою мне файл. А чё порталы не работают? Так, зелье умрения. Зелье урона. Так, адская бородавка. Получи глаз. И этот. И ещё один получи. О, я пойду в Эндер, я пойду в Эндер. Я нашел такое, ТП ко мне, тут много этих, я забыл как они, зеленые камни, как они? Тут, короче... Фак. Рубины? Да, раз, два, три, четыре, пять, какие рубины? Эмиральды, вот, эмиральды. Да, эмиральды, ТП ко мне. А, сейчас, так. Две кирки берите. Ой, я какую-то Алекса написал. Две кирки берите, две кирки берите, одну, две кирки. Стоп, у меня железную кирку надо взять. Я сейчас не могу. Две кирки возьмите, пожалуйста. Сейчас я возьму. Две?
Да, две мне еще две. Хорошо. Ты столько не рад, я сейчас говорю, тут, блин, их миллион. Столько минут. Подожди, мне палки. Так, сейчас кого-нибудь человек ко мне ТП. Вот он, убивай его, убивай его, убивай его. Убивай его скорее. Да. А, кстати, через сколько деньги у тебя? Ого, убили. Потом кто-то зачислился. Давай, Лина, стой там. Сейчас. Дерек, смотри, что он стрелит. Чё? Сейчас я к Денису. Что у нас есть? Где? Смотри туда, я. Что там есть? Там же сундуки, блин. Эмеральды? Нифига, ого, тут сколько алмазов! По тут... всем сторонам, смотри. А тут что, территория? Где? Тут территория не тронута, Вова, ко мне ТП. Что у нас есть там? Алмазы. Ну нафига ты упал сюда, Вова? Ну? Ай. Ладно, прыгай, прыгай, ну с ним прыгай. Того не выберешь. И ставим блок под собой, прыгай. Ко мне не нужно такое, но мы застряли. Блин, фак. Подожди, дай я тебе пыхнусь. Отключись. А, все. Все, пиши ко мне кол. Подожди. Видео. Это важные вещи. Видео снимают? Да, да, да. Яблоки, да? Важные вещи. Ну, надо хавчик где-то взять, это у нас хавчик кончается уже. Итак, сейчас я найду первую эмиранду уже. Я нашел такое сокровище, тут полно эмиранд. А сокровищница, кстати, тут где-то есть? Нет, нам нужен песок душ. А, о! Так, вот этот дом, блин, я вижу этот вагонетку. Я вижу. Я вижу две вагонетки с сундуками. Да, я тоже вижу. Да, она к ним. Я копаю первую эмиральду, да. Ты копай эмиральду, там редстона накопай, я сейчас буду. Вова, Юлик, хочешь? Ты сколько в глубину прокопал там? Фак. Вова, ко мне ТП быстренько. Сейчас будем вагонетки будем искать сундуками, там вагонетки с сундуками. Сокровищница. Вот такая проблема. Юлик, сколько уже идет запись? Давайте разведем кого-то. О. Давайте курятину. Выкопаем. Давайте, может, серию завершим, не? О, куча сундуков. Вот смотри, два сундука, и там еще вагонетка, что не делать? О, давай сюда копать. Просто люди вообще не были. Люди. Смотри, сколько сокровищ. А что ты делаешь сундуки с вагонетками, мне интересно. Во, хочешь на это зрелище посмотреть? Юлик. Да. Мы будем серию завершать. Ну хочешь завершай, я пока нет. Давай завершим, я скажу. Вылобишь на первую серию, Юлик. Да, нет, позже. Мне надо сейчас лагать будет сильно. Это портал? Не знаю, там баллон чешуйниц. Тут закрыто. А? Блин, тут был уже кто-то. Тут же был кто-то. Юлик, ТП ко мне, тут их полно, ТП. А ты чё, в портале? Это эндер портал. Ты шо, Юлик, ТП ко мне, ТП ко мне. Подожди. Это эндер портал. Нет, я на одном... Зубная руда, зубная руда. Где эндер портал? Я её впервые вижу. Отвечаю, я раньше не видел. Кого? Изумрудную руду. Да? Да? А. Так, тут кто-то входил, кто-то я был. Я уже убил. Так. И на канал. Вова, да? Не трожь. Подписывайся на канал Вента А8 и на канал... Hello Minecraft. Hello Minecraft, да. Еще мне кирпич. Всем спасибо. Как он? ТП меня. А, я нашел спавнить пауков. Где? Иди за мной. Ты где? Я тебе кол. Я тоже кол. Я первый. Я второй, давай, Вова. ТП меня, Вова. Подожди. Ладно, Вова, я уже так пришел. Не убивай это что-то. Ай, я застрял. Вон, видите, кол? Ага. Кто-то кто-то написал. Так, да, мне тоже кто-то написал. Валик, походу. Да, ну вообще. У него голоса не записала, ёлк. Ты же, да? Не убивайте. Да не будем. Ладно. Так. Может... А тут кто-то был, походу. А, так, стоп. Где, где? А, это еще пещерные пауки. Ой. Давай, с разных сторон на них. Не страшно. А что ты боишься, у тебя броня? Вот они, лезут уже на меня. Вот, смотри. Сколько, блин, всего. Не ломай, не ломай. Нитки. Блин. Их ты не ударил. Я тебя не ударил.
А чё ты... А... Офигеть. О, редстоун. О, алмазики рядом. Посмотрите, сколько тут алмазов рядом. Go is fucking, fucking ставьте, чтобы не спавнить. Да, сори. А нет у меня... Эй, паук, а ну пошёл отсюда. У меня есть и... У меня дерево одно только есть. Вот да, о, точно, надо уголить. Дерево, да, железо роет. Блин, что-то так жестко лагает вообще. Да, вообще нитки, добираю. Нитки нам надо вот. Смотри, сколько редстоуна. А могли, блин, лучше паутину делать целую. Нафига нам паутина? Так, я рискую. Дымок можно делать. Блин, паутина спавнится. Офигеть, такая классная шахта, блин. Никто ничего тут не трогал, но мазики вот бери. Железо, что золото. Спавнера подъедет, блин. Ничего. Ферма нам не надо. Чё так жёстко? Выбираться наверх. Так ломать. О, здесь можно создавать варпы. Да, можно. Так варпы можно создавать. Админа просим тебя создать. О, знаете, сколько этих алмов? Что это такое? Да, я видел, я видел. Что это такое? Блин, вы меня слышите? Да. Кто такие? Варпы. Ой, летом летом потолки исполняются. Где-то тут рядом они. Вот алмазиков, блин, сколько. А. Ой-ой-ой-ой, паук, паук. Так, у нас уже 16 ниток сейчас. Вот так. Так, я алмазы иду добывать, смотри. Смотрите, они не должны спавниться. Я пошел на спаун, искать себе на пробу исключения. Возьми с собой две эмеральды. Чего так лагает? Да, лагает, ну чем бывает. Ужасно. О, изумрудные можно делать на стене? Нет. А, я загорелся. Не реально для того, чтобы покупать, нет. Давайте. Бу-бу! Ееее.